Алекс признается Ане, что разорвал помолвку с Кристиной, но сейчас расследование для нее важнее, чем любовь. Альбина становится жертвой шантажа. Максим наконец рассказывает матери, для чего на самом деле собирается жениться на Ане. Он хочет стать в городе еще более значимой фигурой, чем отец, и просит мать о помощи. Аня и Сергей уверены, что Оксана пытается покончить с собой. Напуганная Оксана спешно покидает город, но успевает предупредить Аню, что ей следует опасаться своего жениха. Следовательно, Соловьев приходит к выводу, что сбитая машиной Надежда как-то связана с пропавшими деньгами Чернова. Аня подозревает Газаряна в убийстве своих родителей. Алекс тяжело переживает новость об отце. Анна сочувствует ему. Максиму все же удается найти доводы, чтобы вернуть ее доверие. Соседка помогает Ане воспринимать важную информацию, деталь из прошлого, которая может стать уликой против убийц ее родителей. Аня и Алекс решают признаться во всем Нине Георгиевне. Аня хочет прекратить расследование и уехать из города. Теперь любовь для нее важнее тайн прошлого и настоящего. Но Алекс понимает, что необходимо дойти до конца в расследовании и снять все сомнения и страхи. Большой семье Вершининых предстоит снова объединиться, чтобы принять важное решение.